Всем привет, с вами я первый. И мы продолжаем играть Titanfall. Что-то вы, кажется, в это играли в компании. Мы можем поиграть еще раз. Так, что-то я не знаю, где кто. У меня нет данных. Кто-нибудь, доберитесь за него. Сейчас попробую. Так, Риэль, ты приближаешься к Альфе. Спасибо, Кэп. Противников. Иду, иду. Подключено на 50%. Опорный пункт Чарли потерян. Всем подразделениям нужно немедленно вернуть контроль над Чарли. Мы теряем Браво! Что-то мы слишком много теряем. Я хорошо высажу этого Титана. Мак, у меня все данные. Я только еще Отлично, на победа. Пульс. Надо проверить, сходятся ли цифры. Чё за херня? Где? О, переход прямо у нас. Так точно, Мак. Именно это я и искал. Теперь хапнуть систему этих башен проще простого. Хорошо, пилот. Мы победили, а сила МП отступают. Забейте их. Удачной охоты. Что-то я заселся не в очень удачном месте. Как мне теперь отсюда выбраться? Пока я заберусь, они уже улетят. Прибыл корабль АМП, не тратить. Маха, а как это АМП разрушили? 15 лет назад у нас с Грейвсом были учения. Прорабатывали тактику. Улетели говнюки. Да бору. Это война. Отлично. Хоть кого-то удел, пока заходил. И никого не удел. Отлично. Так, надеюсь, теперь по-нормальному будет. Я, по крайней мере, выжил. Тем более, я зашел посреди игры. Даже опыта не получу нормально. Расходные карты две. А что тут? Вот это... я это хотел. Экипаж, говорит Маккаллан. Хорошие новости. Мы узнали об этой башне все, что нужно. Приблизиться к самым вратам Диметры нам мешает только самое большое на фронтире скопление войск АМС. Если у нас есть хоть малейший шанс ударить по Диметре, то эту авиабазу нужно уничтожить. Подробности у Биша. Авиабаза защищена от местной фауны тремя башнями. Похожее вы видели на прошлом задании. На основе полученных данных я создал устройство, которое вырубит эти башни. Я зову его Шила. Поскольку на Диметре потребуются абсолютно все корабли, полномасштабная атака с воздуха невозможна. Но если вырубить башни, за дело примутся твари. Сара? Башнями займется команда спецназа. Пилоты, вы нас прикроете. Наш флот на Диметре верит в нас. Да, отправляйтесь на корабли и конечно. Будьте готовы. Верит они там в нас. Ой, только не сейчас, а. Хватит звонить, то есть вы вокруг все время звоните, а? Ожидание игроков. Отлично.
Окей. Будет по одному лину с каждого. Пилоты титанов, держите АМС в этой точке, пока я не отключу башни. Иди сюда! Иди. Так, Сидор, по-моему. Сара, я подключу тебя к системе связи. Мы отключим их. На выход, пошли, пошли! Это бой на истребление. Перебейте все отряды АМС, пока Сара отключает башни. Титан. Эй, пилоты, Сара не может взорваться. Так что вам придется иметь дело со мной. В этой операции титанов буду готовить я. И не выносите мне мозг, у меня трубы горят. Конец тебе. Да ну нафиг. И где вообще что? Что за херня? Да ладно! Блин. Слышь, я у точки доступа к северной башне. Они сопротивляются, но здесь их мало. Понял тебя, Сара. Пилоты, продолжайте уничтожать. Я туда киду. Очень. Есть. Фак. Это не боты, где игроки вообще? Где свои? Самаха 6. Это день 2. У вас есть шершни на котором. Блин, надо было зарубить его с ноги. Титан будет готов через 60 секунд. Есть! Вот так тебе. Свержу вот вообще не. Ёпта. Внимание, титан будет готов через 30 секунд. Готовность титана через 15 секунд. Ок. Алло, не спать! Ваш титан готов! Вызывайте прием хозяина! Ну вот я и здесь, Пиш. Северной башни. Используй шила. Зацени. Режим сопровождения. Титан! Давай! Я к тебе! Северная башня вышла из строя. Отлично сработано, Сара. Держи меня в курсе того, где ты. За поле вокруг него образовалось какое-то. Эй, полегче, ты куда приперся? Что-то мы все тут где-то. Да. Своих стреляет. Избавились. Как-то группа она уничтожилась. Зарядка мне не помешает. Ку-ку-ю. Кто-нибудь тут есть? Тупо тут наверху стоим, ничего особо не делаем. Я не вижу этого говнюка. Где он сидит-то? В восточной башне
башней покончено. Осталась только одна. Давай, побыстрее. Довольно скучно, я пойду прогуляюсь. Сломано, но вся моя команда погибла. Я ранена, не могу стрелять. Я так и знал, что ты это будешь. Они отрезали путь к главной башне. Теперь мне туда не пробиться. Сара, посылаю тебе координаты одной из посадочных полос. Группа преследования АМС тебя там не достанет. Если сможешь взломать консоль доступа АМС, у нас будет шанс вырубить последнюю башню. Поглади, иду на поверхность. Отлично. Эй, что за поддержка? Я его убил. Говно. Прекрасно справляетесь. Добейте оставшиеся войска, МС. Внимание, нам нужно закрепить силу противника. Вот и нет у меня титана, отлично. Во. Пилот, титан будет готов через 2 минуты. Чтобы я сам не палиться. Я на посадочной полосе, что мне делать? Найди в истребителе пусковую консоль. Я настрою дистанционную активацию с помощью шила. Зашибись, спрятался вообще просто. Бой напряженный. Нужно что-то предпринять прямо сейчас, иначе победы не видать. Блин, я ж в него попал, что за херня? Это сраный бит. Народ, закругляемся. Остаток флота дал стрекача. Бой мы не выиграли, зато потрепали их основательно. Будем надеяться, этого достаточно. Зачем я сюда пошел? Всем наземным войскам возвращаться в пункт эвакуации. Мы сделали достаточно. Теперь летим к Деметрии. Объединяться с ударными силами главного флота. Да возвращаюсь же. Виш, соедини меня с... Успел. И последние секунды. Слышишь меня, Грейвс? Ты знаешь, что будет. Массированная атака. Не нужно было до этого доводить. Блин. Не дали спокойно. С тех пор, как ты снял эту униформу, Марк, многое изменилось. И на этот раз ты от меня не уйдешь. Но как? Изменился АМС, Маркус? Или сам превратился в очередного прихвостня компании? Пока я вижу лишь рейки крови. Никаких перемен. Когда война закончится, станет ясно, кто прав, а кто покой. Все, ты успеет. Никого не увезли отсюда. Говорят. Четвертое место. Ладно, ладно, окей. Не повезло. Ну, мы почти зато всю компанию прошли. 2 косаря опыта, давай сразу. Хватит. Что-то много карт. Супер Хэмлок. Что-то камуфляжей много. Сбрасываю. Пилоты, благодаря нашей борьбе,
и нашим жертвам наконец настал этот день. Корабли ополчения все до одного собираются, чтобы напасть на Диметру. Эта заправочная станция АМС связывает фронтир и срединные системы. Через нее идет бесконечный поток вражеских войск. Пилоты, ваша задача – уничтожить базу Диметры. Я зарекался садиться в кресло пилота, но я никогда бы не послал вас в сражение, куда не пошел бы сам. Я лично буду так командовать пока специальной отойду. Штурмовой группой САР и запущу цепную реакцию в топливных батареях АМС. Вас же, пилоты, я попрошу заняться пехотой АМС. Выиграв этот бой на земле, вы сможете изменить ход истории. Пилоты, приготовиться к высадке титанов. Конец связи. Кажется, я вовремя вернулся. По-моему, только сейчас загрузка началась, судя по появившейся подсказке. Опять нас мало. 5-6. Ладно. Приготовиться к удару! Держитесь, ребята! Не падает, нет! Браво, бля! Вытащено! Сэр, расчёт для прыжка ещё не окончен. Мы можем просто не... Мне нелепо, выполняй! Прыгай! Сейчас я готов! 3, 2, 1, пух! Я, кажется, хрен знает где. Что же такое резкое, похоже? Изгой 2, лол. Я смотрю на эти супер текстурки, вообще супер резко. Макалов, держитесь, я иду. Пора убираться отсюда! Все за мной! Боже, это пыль. О, тут снег, оказывается, это песок. Тут ВПС вообще такой просто охеренный. Это миссия по захвату пункта. Нужно удержать Альбу, Браво и Чарли, чтобы мы смогли перегрузить реактор, запустить цепную реакцию и уничтожить базу Диметра. Если справимся, корабли АМС будут ползти к фронтиру годами. Кого-то убил и взорвался. Мак, не знаю, в чем дело, но из опорных пунктов в реактор поступает слишком мало энергии. Наш флот и так разбит, пух и прах. Придется сворачиваться. Сара, я не допущу, чтобы все полетело к чертям. Мак, ты знаешь, она в чем-то права. Реакторы укреплены гораздо сильнее, чем указывалось в разведданных. Пилоты могут и не справиться с поставленной задачей. А я сказал, не допущу. Пилоты, оставайтесь в терминалах. Еле живой. Время еще немного. Что-нибудь да сообразим.
есть. Это вражеский титан или как? Чертова боли. Что конец. У АМС небольшой перевес. Как бы то ни было, времени показать, кто тут главный, еще хватает. Ох, я выжил еле как. Да как? Откуда? Типа для чего-то взял я ее. Ты приближаешься к право. Остерегайся противника. Да, говнюк. Все режет просто всех. Врага. Захватите опор... Времени у нас почти не осталось. Ты тоже приятно потрепан. Макалон, если ты что-то придумал, здесь выскорее. Кто убил просто так? Отдавись! Дай мне хоть какую-то накрепку! Даже если АМС заглушат реактор, его все равно можно перегрузить вручную. Только есть проблемка. От такой мощной радиации тебя не спасет ни один титан. Это уже моя головная боль. Мы не сложим оружие, Биш, не сейчас. Пилоты, так держать. Продолжайте вести огонь. Под кран, ой же был. Чарли атакует. Опорный пункт Чарли потерян. Всем подразделениям. Нужно вернуть контроль над... Жалко, это не взрывается. Черт, ВПС прыгает просто. А, меня титан замучил. Отлично. Мы потеряли опорный пункт справа. У нас вообще нету титанов, там трое на титанах. Теперь мы контролируем опорный пункт. Прощай, вот эти датчик. На месте стоять нельзя, надо бегать. Есть. Замочил. Еле как. Фух. Звуки, что с вами? Все отстает вообще просто. Очнись, Маркус. Ты мог остановить меня 15 лет назад, а ты отдал мне корабль. Да почему он мажет нас этот чертов дробовик?
Сэр, вижу это сволочь, иду за ним! Прекратить стой! Огонь! Повредишь контур теплоносителя, тут все рванет к чертовой бабушке! Только в рукопашную! Выполняй! С удовольствием, сэр! Можно там погибнет! Да, круто! Совсем поддержал! Мы так рулим, а? Просто бешеный отрыв. Так, приятель, приближаешься к брату. Чертовы титаны тут ходят. И ходят. Так, приятель, и ходят. Что с вами? Два титана, отлично. Я перегружу электросеть реактора. Подключаюсь. Только не это. Мак, отворотом чокнутый. Какого черта ты делаешь? Вице-адмирал, Макалон заперся в отсеке активной зоны реактора. Через пару минут окочурится, оттуда радиация так и прет. Забирай корабли и уноси оттуда ночь. Им все равно ничем не поможет. Маркус, я активировал импульсную детонацию реактора. Теперь его не спасет. Ни один теплоноситель... Боже, эти звуки, а. Неужели не могли нормальную оптимизацию запилить, а? Живой. Просто кругами ходить. Блин, что за творится вообще? Отлично. Это Макало. Я вручную запустил перегрузку ядра реактора. Уходите отсюда как можно скорее. Повторяю, не ждите наземные отряды. Ездите на эвакуацию нет. Маркус, они поверили мне как бывшему офицеру АМС. И когда мне не станет, им понадобится другой. 15 лет назад на борту Одиссея ты предложил мне угнать корабль. Теперь я предлагаю тебе то же самое. Я буду лучше держаться с кем-нибудь поближе. Это Макало. Если вы меня еще слышите, для меня было честью сражаться с вами. Сегодня на Сатире узел АМС «Удиметры» был атакован повстанцами из ополчения. Подробности пока неизвестны, но, похоже, топливозаправочным станциям был нанесен значительный урон. Сообщается о многочисленных жертвах, включая мятежника Джеймса Макаллана, который ранее считался пропавшим без вести. Нам не удалось связаться с... Прощай, мой друг. Местонахождение некоторых высших офицеров, принимавших участие в конфликте, в том числе вице-адмирала Грейвса... Ух ты, я первый, нифига себе, вот это поворот вообще!